Здравствуйте! В эфире телевидение Электрогорска, в студии Анна Вязгина. Прямо сейчас вашему вниманию главные новости к этому часу. В воскресенье 21 мая на территории городского округа Электрогорск прошло предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разных уровней. Сотни жителей города сделали свой выбор. Подробности далее. В 8 часов утра открылись 15 участков в 8 городских учреждениях. Голосование носило рейтинговый характер, и каждый выборщик мог проголосовать как за одного, так и сразу за несколько кандидатов. Председатели избирательных участков отметили достаточно высокую активность избирателей. Всего в праймерис приняли участие 1619 жителей Электрогорска, что является довольно солидной цифрой для внутрипартийных выборов. Почему вы пришли голосовать сегодня? Каких действий ждете от депутатов? У нас Единая Россия, мы должны все быть вместе. Вот. Ну, а первые действия – это, конечно, благосостояние народа, чтобы поддерживали. Вот, их голосовали за все праведные законы. Для города какие-то блага сделали, вот, и ну, для народа вообще. Вот. А голосовать долг зовет. Вот, надо попробовать. Говорят, сейчас это, как сказать-то, ну, популярно, что первые вот эти вот голосования. Вот, а потом в сентябре уже окончательное решение, чтобы посмотрели, какой кандидат интересен людям, какой все-таки. Действия ожидаем, чтобы все для города делалось лучше и лучше. Город хорошеет, надо так продолжать в этом же духе. Ну, гражданская, как сказать, ответственность надо долго отдать. По итогам голосования доверие граждан среди представителей партии «Единая Россия» получили Денис Калмыков, Владимир Лукьянов, Вероника Боронина, Ирина Калягина, Роман Тикунов, Надежда Евдокимова, Александр Матюшин, Дмитрий Подивилов, Ольга Дашевская, Алексей Чесмин, Александр Оловеев, Виктор Свиненков, Елена Черналова, Раиля Миняшева, Михаил Руденко. Пришел проголосовать, конечно, с хорошим настроением, всей семьей. Партия «Единая Россия» является единственной партией, которая проводит предварительное голосование, давая возможность избирателям самим выбрать кандидата на основные выборы. Вот. И считаю, что на благо жителей города должна работать как и администрация, так и депутатский корпус, тем самым показывая результат и видимый эффект. На прошедшем предварительном голосовании поддержать можно было сразу несколько кандидатов. Но основной выбор самых достойных единороссов в Совет депутатов пройдет 10 сентября. Действительно, партия «Единая Россия» – это одна из всех партий, которая дает право кандидатам участвовать в предварительном голосовании. То есть люди, избиратели приходят и выбирают кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут уже участвовать в основных выборах Совета депутатов этой осенью. Вот. И это, я считаю, на мой взгляд, это открыто, демократично и позволяет всем, так скажем, жителям выбрать из списка кандидатов, которые зарегистрировались на предварительное голосование, выбрать того или иного человека, который будет уже участвовать в основных выборах. И это правильно, на мой взгляд. Настроение хорошее, желание участвовать в таких праймеризах предварительного голосования тоже всегда оно есть и присутствует. И приглашаю всех жителей также поучаствовать в предварительном голосовании, чтобы выбрать кандидата от партии «Единая Россия», который будет участвовать уже в основных выборах Совета депутатов этой осени. Кандидатов в кандидаты депутатов в областную думу от 25-го одномандатного округа было всего 5. В Электрогорске по итогам предварительного голосования большее число голосов набрала лидер молодежного движения Ленара Самединова. Окончательные итоги праймерис будут обнародованы после утверждения на очередном политсовете партии. Именно на нем будут выбраны кандидаты, которые примут участие в выборах 10 сентября в Совет депутатов. Наступление дачного сезона усложняет ситуацию не только с автомобильными пробками. Многие дачники, чтобы сэкономить на вывозе мусора, привыкли выбрасывать накопившиеся за выходные дни отходы по дороге домой. От этой привычки их стараются отучить сотрудники Госсанитехнадзора. В городе прошла операция под названием «Засада». Подробности в следующем сюжете.
соответствии с распоряжением начальника Главного управления Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, сотрудники Госадмтехнадзора вместе с представителями городской администрации и органов внутренних дел проводят специальное мероприятие «Засада». В ходе данных мероприятий сотрудники Госадмтехнадзора в самых проблемных местах, где осуществляется сброс мусора из транспортных средств, проезжающих по дороге, у кустов СНТ, выставляются экипажи, которые следят за тем, чтобы из транспортных средств при остановке не производился выброс мусора. Тех, кто пытается выбрасывать мусор в неположенных местах, фиксируют на видео и тут же выписывают штрафы. Молодой человек, будьте добры. Да, можно вас? То, как этот гражданин выбрасывает мусор в неположенном месте, зафиксировали камеры и инспектор Госадмтехнадзора. Мужчина, собственно, и не отрицает, что совершил правонарушение. Виноват. Ну вот, вы знаете, у нас разрешено выбрасывать мусор только в определенных местах. Это на контрольных площадках, которые есть. Сейчас сброшу на дорогу, консервируется на стартовом направлении. До ближайшего контейнера не больше 150 метров. Но люди оставляют пакеты прямо под объявлением «Свалка мусора запрещена», делая вид, что не видели предупреждающего щита. Напомним, что в соответствии с Кодексом Московской области о административных правонарушениях за сброс мусора в неустановленных мест гражданам грозит штраф до 5000 рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Помимо штрафа, нарушитель также должен был собственноручно устранить последствия совершенного им правонарушения – собрать весь мусор. Картина, к сожалению, типичная для большинства подмосковных городов. Таких стихийных свалок достаточно много. В основном отходы оставляют дачники, возвращаясь со своих участков. Ну вот, как вы сегодня обратили внимание, несмотря на то, что весенний-летний сезон только начался, уже сброс мусора уже люди осуществляют. Причем они даже не задумываются, они просто выкидывают, останавливаются из машин, выкидывают. Неважно, что буквально через несколько километров стоит контейнерная площадка, где можно остановиться и данный мусор просто выложить. В летний период данные рейды будут продолжены. Надеюсь, что это позволит изменить ситуацию со сбросом мусора в лучшую сторону. Помимо сброса мусора в неустановленных местах, актуальным является вопрос организации уборки мусора на территориях садовых товариществ и гаражных кооперативов. Все организации должны заключить договор на вывоз мусора и обустроить у себя контейнерные площадки с указанием времени вывоза мусора, ответственных за эти мероприятия и контактной информации. Очевидно, что те, кто этого не сделал, вывозят мусор на территорию соседей и будут наказаны в том случае, если подобные подозрения подтвердятся. Неоднократно говорилось, что ГСК и СНТ должны содержать свои контейнерные площадки. Как наглядный пример, вот ГСК «Контур» показывает, что это не соблюдается. Здесь как не вывезен мусор, так и нет информации, когда этот мусор должен вывозиться, то есть график, с кем заключен договор на этот вывоз мусора. Также хочу сказать, что совещание, которое было проведено в администрации, я предупреждал, что совместно с Госадмтехнадзором будут проходить проверки, которые будут выявлять эти нарушения. Время было дано предостаточно для исправления этих нарушений, но, к сожалению, было проигнорировано. Поэтому сейчас с Госадмтехнадзором мы будем делать постоянные рейды по ГСК и СНТ и выявлять эти проблемы. 22 мая Русская Православная Церковь отмечает память перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар. Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и Православный мир. Но именно в России даже далекие от церкви люди знают Николая Угодника как самого почитаемого русским народом святого. Здравствуйте, уважаемые электрогорцы, дорогие телезрители! Позвольте вас поприветствовать здесь, в стенах Никольского храма в деревне Васютино. И сегодня, в день памяти святителя Николая Чудотворца, немножко рассказать о самом святителе и о сегодняшнем дне. Наш сегодняшний разговор имеет несколько поводов. Ну, во-первых, и самый главный повод – это сам день памяти святителя Николая Чудотворца.
Сегодня, 22 мая, в церковном календаре совершается торжественная служба по честь святителя Николая Чудотворца. Для нас, для православных христиан, День памяти святого – это не просто возможность обратиться к каким-то событиям прошлого, вспомнить некие сюжеты из жизни. Память наших святых – это возможность личной встречи. Не случайно в богослужении мы обращаемся к нашим святым на «ты» и просим их молитв, обращаемся со своими просьбами к нашим святым и благодарим Бога за те милости, за те явные знамения своей любви, которые Господь являет нам через наших святых. Вторым поводом, вторым основанием для нашего сегодняшнего разговора, наверное, было бы правильно считать уже известный всем факт принесения в Россию частички мощей святителя Николая Чудотворца из Италии, где ныне эти мощи почивают, в Москву. Это не первая частичка мощей, которая святителя Николая, которая оказывается в России. Но вопрос здесь не в количестве, а сам факт принесения этой частички и возможность ей поклониться. Наверное, это доброе событие, которое может нам всем напомнить о святителе Николае и послужить добрым призывом вспомнить о своей любви к этому святителю. Ну и, наверное, хотелось бы рассказать о самом сегодняшнем дне. Сегодняшний день в календаре церковном возник в XI веке. В 1087 году мощи святителя Николая Чудотворца были перевезены с его родины, из города Миры в Ликийской области, в город Бар или Бари на юге Италии. Сам святитель Николай просиял в подвиге, жил в далеком-далеком IV еще веке, на рубеже двух очень важных эпох в истории христианской церкви, в истории всего человечества. Он был свидетелем прекращения эпохи гонений и начала христианизации Римской империи и всего средиземноморского мира. Но его труды, его жизнь, те события, о которых мы читаем в его житии, они наполнены прежде всего удивительной искренней христианской верой, христианской любовью. Не случайно наше отношение к святителю Николаю Чудотворцу – это отношение к святому, который являет нам в полной мере дар христианской любви. Его родиной была Малая Азия, ныне это территория Турции. И он был епископом, то есть главой христианской общины в городе Миры в Ликийской области. Потому и именуется святитель Николай Мир Ликийский, из Мир Ликийских. После своей блаженной кончины его мощи так и остались в этом городе и почитались как святыни, которые обращались, прибегали к своим молитвам, в своих молитвах христиане не только из Ликийской страны, но и со всех уголков христианского мира. Когда мы вспоминаем о святости святителя Николая, то хотелось бы, чтобы мы вслушались в те именования, которые мы даем этому святому. Именуя его святителем, мы свидетельствуем о том, что его святость была явлена в служении епископа, в служении главы христианской общины, но не административными делами, не делами какой-то внешней деятельности запомнился святитель Николай, а прежде всего делами внутренними, делами созидания церкви как тела Христова. Мы именуем святителя Николая Чудотворцем и знаем действительно, наверное, многие, даже по своему личному опыту, как скор он на исполнение наших просьб, наших молитв
И все то почитание, которым окружено имя святителя Николая, оно во многом и связано с этой удивительным даром чудотворения. Но опять-таки в христианском понимании чудо – это не просто некая случайность, не просто некое нарушение естественного порядка вещей. Чудо, христианское чудо – это явление иного порядка, иного мира. Это знамение, знак Царствия Божия, знак и свидетельство божественной свободы, той свободы, той полноты жизни, которая сокрыта в Боге, но которую Господь являет в своей милости, в том числе и через дела своих избранников, через дела наших святых. Но сегодняшний день в календаре, как я уже сказал, имеет более позднее происхождение, 11 век, в 1087 году. Это было трудное, такое тяжелое время для христианской цивилизации, для восточной части Средиземноморья. В XI веке Малая Азия и вообще весь Ближний Восток оказались в центре новой волны завоеваний и исламизации. И турки-сельджуки, которые прорвались из глубин Азии в некогда плодородные и цветущие области Малой Азии, древнейшую колыбель мировой цивилизации, несли не только ужас захвата, но и разорение, разрушение, в том числе христианских святынь, цветущих городов и уничтожение той земледельческой цивилизации, которая была создана в этом регионе. И христианская империя, Византия, как мы ее именуем, не смогла противостоять этому завоеванию, и шаг за шагом, город за городом оставляли имперские войска эти некогда уже христианские города. Вот мы забываем о том, что и было время, когда и Ближний Восток весь был христианским. И вот перед лицом этого нового вторжения, такой большой, страшной волны завоеваний, стоял и маленький город Миры, который не был особо примечателен ни с точки зрения своих политических возможностей, ни с точки зрения хозяйственной деятельности. Он не был крупным центром международной торговли, хотя и располагался на берегу Средиземного моря и имел порт. И вот перед лицом грядущего завоевания жители Южной Италии из города Бари пожелали иметь эту святыню, мощи святителя Николая у себя в городе. И, по сути дела, то событие, которое мы вспоминаем сегодня, если взглянуть трезво, это было некое похищение святыни христианами из Южной Италии, которые похитили мощи святителя Николая у греков и привезли их в свой город. Но в этом событии уже тогда многие видели промыслительный смысл. Все пройдет всего лишь несколько считанных лет, и власть Византии, власть христианской Византийской империи падет на всем побережье Малой Азии. Будет разрушен город Миры. Теперь это небольшой археологический музей под открытым небом в Турции, не более того. А сами мощи почивают на юге Италии, в городе Бари. И что интересно, что память об этом событии не была сохранена греками, не была широко распространена в Европе Западной, но уже с конца XI века присутствует в месяцесловие восточных славян на Руси. То есть наши предки уже тогда видели в этом событии не просто некое событие, связанное с именем почитаемого, дорогого русскому сердцу, вообще всякому христианскому сердцу, имени святителя Николая, но действительно событие исторического масштаба, связанное со спасением святыни. И, всматриваясь в эти давние события и
изучая, вспоминая эти даты, вспоминая, рассматривая карту, мы имеем возможность не просто познавать некие сухие факты. Ведь наша любовь к святителю Николаю – это явление вне времени, вне пространства. И мы действительно здесь и сейчас, да, в России, в 21 веке имеем возможность также почитать, любить, с молитвой обращаться к этому святителю. И то, что сегодняшний день в календаре связан с теми давними событиями, это, наверное, важный и очень ценный и нужный нам урок. Урок истории, духовной истории, нравственной истории. Но а память святителя, самое главное, она должна нас призывать к обретению, поиску того сокровища, которое мы именуем христианской верой. Его святость – это свет святости Божией. И через этот свет, через это неложное исповедание христианской веры, через это правило веры и через этот образ кротости, как именует Церковь святителя Николая, мы имеем возможность обретать и в своей жизни некую твердость, крепость, любовь к Богу, к Святой Церкви и к нашим святым. От всей души поздравляю всех нас с праздником святителя Николая и Чудотворца и молитвенно обращаюсь к Нему и призывая Божие благословение и прося молитвенных молитв и заступлений у святителя, будем и мы христианами не только по имени, но и по сути. Праздник! На этом у меня все на сегодня. Эфир продолжит репортаж с оперативного совещания в администрации. Напоминаю, что все новости доступны в YouTube, ВКонтакте и на нашем официальном сайте. В студии была Анна Вязгина. Я прощаюсь с вами до завтра. Увидимся в эфире ТВЛ.